По-моему, сколько я? Три игры сыграл, еще две надо. Так, вот сейчас вопрос, лочит ли дровок? Лочит ли дровок? Пару дней назад я бы залочил их. Сейчас сомнительно. Не, не буду лочить. Отказано. Дровки. Да, да бывает такое, то что юниты почему-то тупят и не дают с фулманой. Причем у меня это сегодня весь день происходит. Только тлей дует в ноль юнитов. По КД. Причем не один раз, а... О, вот это уже хороший старт. Это хороший старт уже. Тут новая имба, если что. Новая имба. Итем. Пусть будет так. Выход в эльфа фрески. Ну пока нет, конечно, но... Ничего лучше не зашло. Как салыпи пробегают через тап. Так сидит там. Да, это очень похоже на эльфов. Правда, я не могу этих двух фурионов взять. Меня это не очень радует, если честно. А я задефаю вообще двумя-то юнитами. Должен дефнуть. Причем я дам это фуриону, пусть пеньков спамнит. Пенечка. Оп. Пенечек, кстати, имба. Посмотрите, что он делает с крипом. Еще жесть. Ебать. Два самых лучших итема выпало. Все, конечно, не хватает ЦК с момом. Правда, к этому нечего добавить особо. Потому что у меня стоит. Пусть будет так. Причем, на самом деле, фурион пусть сзади стоит. Даже ему маску там. Пусть он просто настакивает пеньков. Там с одной тычки будет по пеньку появляться. Ладно, с двух. С двух тычек. Посоветуй ноутбук в пределах 80к. Да я не шарю на самом деле в компах абсолютно. Ничего не могу посоветовать. Как он заряжается, кстати, я не посмотрел. Не, не с двух тычек. Блин, что-то много. Я ожидал большего от него. Но он спавнит все равно их дохуя, но... По 30 маны, короче, с 4 тычек. Да, что-то слабенько. Надо добить ничего. Найс. По 30 маны с 4 тычек заряжается. Слабенько, слабенько. С двумя тейтмами. Ну ладно. Но мне кажется, Т3 будет, если будет он вообще Т3, конечно. Он будет пиздец как заряжаться. Стоит ли что-то из этого взять еще, я думаю? Вот так возьму. Пока что. Так, что тут у нас? Кстати, мутантов вроде нету. Что тут, ну тут там говно на самом деле, тут неплохо. Но ко мне так себе пришел чел. Но он меня все равно ёбнет, да? С эльфами своими. Хотя там свапаться не с кем. Не, нормально. Что-то я недооценил себя. Думал, ТБ сейчас там нарежет, но не пошло.
Тот Deathfight, как я и говорил, и это тоже Deathfight, как очевидно. Ну, вот эти два челика, которые рядом со мной, и вот этот, они сейчас самые сильные. Пока сильнее их нету. Если мутантов нет, то мутанты. Но вообще обычно так и бывает, кстати, да, это правда. Так, антимаг, ликан. Ликана надо брать. Апну левел. Так как я на стрике. По-любому надо апать. Причем. Блин, как бы так поставить? Чтобы если и били Фуриона, то не сильно. Что так сделаем как-то. Можно было его еще. Хотя нет, не стоит. Пусть так будет. О, найс. Идеальная ситуация для Фуриона, то что его бьет один Сларк, он ему еще ману дает. Я, кстати, там пушер по итогу со своими волками. А вот меня задефал, да? А, нет, стоп. Я извиняюсь. Что это? 8-0. Извините. Стоит ли эльфов сломать, я просто думаю. Давайте я попробую еще сильнее запушить. Возможно, это в минус, но я попробую еще сильнее запушить, чтобы у меня все призывали. Челики там сидели, охуевали. Вот этого я изи разъебу. Если я к такому уже зайду, ему пиздец как хуёво будет. А я к нему и зашел, да? Хотя он моего веника сдул. Тут не так уж много на самоне. Ну хотя как сказать. 8-0. Этого пенька засчитала или нет? Да, засчитала. Нормально, нормально. Устраивает. Два ТБ. Антимаг. Стоит ли поверить мне в ТБ в этого? Еще волну. Антимага надо взять. Ладно, может выиграю сейчас. На next просто мне надо левел апнуть. Если ТБ не придет, я его продам. Сильный пришел, кстати. Надо, чтобы хил подрубила и похилилась еще. Успела. Не, не очень сильный, да? Блять, ну чё ж ты не хиляешься? Просто тут джаггер второй еще, но у меня самонов вроде до жопы пока что. Рухенча хилит. Нормально. Меня задефал, кстати, вот этот. Ебать. Это второй ТБ у него? Вот пенек там второй. Антимаг второй, я понял. Блять. Я походу... Походу не нужны мне эти чел. Так, пусть будет. Пора убирать веника, мне кажется. Возможно, даже продать. Ликан призовешь? Ликан призвал. Но поможет ли это? Ничего не подрубило хил или подрубило? Подрубила, кстати, хилит. Должен задефать. Луну, короче, продаю. Антимага не хочу продавать, бестов тоже.
Слишком большой шанс, то, что Бист и апнутся. Бист очень сильный юнит. Особенно против эльфов. Тут 6 эльфов, да? Вот этот чел очень сильный. У него сейчас нереально сильно. Десятая. И что мне продавать? Антимага, что ли? Просто можно заинкамить, потому что меня сейчас начнут ебашить, на самом деле. И мне не факт, что что-то поможет. Ну, как минимум вот этот чел, он гораздо сильнее меня. Бесов не хочу продавать. Вообще не хочу. Это четвертая игра, парни, калибровки. Наверное, надо продавать антимага на инкам. Хотя я еще подумаю сейчас, еще время есть. Меня антимаг сильно апнет второй. Ладно, хуй на него не буду рассчитывать. А вдруг он не придет просто? И так все будет, он пришел next волной. Ну, это риск был. И, в принципе, это не то, что в минус. Конечно, если бы я знал то, что он придет, было бы круто. Ну так, нет смысла надеяться на рандом. Лучше просто заинкамить нормально. Так, это верки. Блин, кстати, у меня два войдстоуна. Это, на самом деле, очень круто. Кольцо похуй кому. Пусть у Фриона будет. Сильный чел. Вроде как. О, моего фуру отпустил, кстати. Или нет? Алхимика смогу пробить? А, там под пошляпкой, это Ашка еще. Надо побыстрее убить Дума. То потом под рефракшеном хуй убьешь ее. Нормально. Бесты сраные не хотят апаться. Сейчас еще один, да, придет? Ликан. Разора не буду брать. Бесты, конечно, тоже руинят. Бесты немного руинят. Долго не апается. Пока нихуя не делаю. Вообще, можно было, знаете, как сделать? Нажать один раз ролл, если не придет бист, то продать нахуй обоих. Можно было так сделать. И был бы инкам, если бы не пришли. Если бы пришел, то было бы заебись просто. Да, стоило это сделать, но уже поздно. Уже нет смысла. Или что, или есть смысл? Не, есть смысл. Будет так, в общем. Раз уж они не приходят, лучше инкамить, парни. Тем более я на стрике какого-то хуя. Пришел бист. По расписанию. Я не должен быть сейчас на стрике, но я на стрике, видимо, из-за ничей этих. 150 голды на 13 левеле. Надо выиграть, тогда я обоих возьму. Ну, кстати, он не сильно... Он вообще вроде не усилен... Ебать. Человек не понимает, что Ташка гораздо лучше Пашки. У него ж пиздец. У него Ташка, если Т2 апнется, он просто игру выиграет в итоге. Там на эльфах вообще думать не надо. Там главное их поставить. Вот и сбили с меня стрик. Но это должно было на самом деле давно случиться. Мейна, я хуй знает, кстати, остался, нет? 18-й. Можно поискать паролить. Теперь что-то. На лишнюю голду. На этом все, пока.
Да, победить надо. Через одну волки? Блин, надо очень победить. Уже никого не хочу продавать, уже надо апаться. Разве что ничего. Чё-то три. Я это не выиграю. Зря я рольнул разок. У меня бывает такое. Такая хуйня. Ладно, нельзя. Нам нужен максимальный инкам. ХП до хренища, на самом деле. Пока что. Нужен 7-й левел и потом просто ролить на все бабки. Возможно, да, я уже на лутстрике. Сейчас мобы. Надеюсь, дефну мобов, апну левел и буду ролить. Причем... Хотя я на лустрике, в принципе, можно через одну апнуть, еще впитать. Но просто там уже больно начинает заходить. Там очень больно будет заходить. Ой, блядь, ничего. Три человека грызло. Очень неудачно. Волков я не деф, к сожалению, да? Я не деф там большого точно. Ну нормально. Бля, еще бы этого доесть, конечно, но не получится. 20 хп осталось. Что? 5 мехов. Че, впитаем еще одну волну? Это стоит? Ну, я все равно ее впитаю, но ладно, левел ап. Разок рольну. Дракон. Бля, ну придется его взять, кстати. Придется его взять и, возможно, Ликана даже продать. Потому что в любом случае, если я буду ставить 6 эльфов, то у меня не будет места под это все. Да, хуй на Ликана. 6 эльфов меня без шансов разъебывает сейчас. Я даже у него поубивал достаточно много, это хорошо. Бля, вот пенька ты зря самонишь, братишка. Он же сейчас тоже, блядь, засамонит. Не, нормально. Нормально, еще не так больно зашло. Сейчас будем искать. Мы на лустрике. Плюс на фулл энкаме. Сейчас будет очень много голды. Лекан сраный. У меня пенька нету. Четыре эльфа у меня есть. Это Луня. Это тебе. Драконы тоже в будущем будут, судя по всему. Шесть эльфов поставлю, буду нормальный. Блять, только не говори, что ты мне стрикс убьешь. О, это очень хуёво, парни. Это очень хуёво. Кто это такой? 6-го левела. Он меня заруинил сейчас кучу голды, на самом деле. Потому что меня еще прямо сейчас меня очень много людей пробивает. Он меня заруинил кучу голды. Давайте искать хуй с ним. Если придет пенёк, у меня будет 2-3... друида. Ок.
Окей, давайте искать. Ташка. 6 эльфов. Мне нужен пенек, вот он. Блять, поздно нашел. А, да, мне же, блять, вайперы нужны. Ёбаный рот, я вайперов забыл забрать. Это правда. На next ход я очень сильно усилюсь. У меня инча появится, Т3. И появится фурион, Т3. И это все под эльфами. Я не дефну, да? Я дефну. Хорошо, что я дефнул. Попади, пожалуйста. Хорошо. Вообще отлично. Сейчас отлично то, что я дефнул, в итоге стрика у меня нету. Спасибо за саб. Спасибо большое. Так. Пока не буду ролить. Пока что так. Я сильно усилился. Пока что так. На next, возможно, я сольюсь до 40 голды где-то. После мобов, точнее. На мобах не буду сливаться. Мобов я дефну этим. Ну, это слабый вроде пришел. Вроде очень слабый. Кстати, инчу я неправильно поставил. Инчу теперь нельзя так ставить. Бля, алхимик под шляпкой вытанчивает. Больше пака, ну вообще это так, но тут на самом деле похуй, что то говно первого левела. Но пеня, да, получше. Давайте заролю немного. Мобы. Сидим, чилим. Ждем. Запали. Давайте, правда, поменяю. Запали себе верку еще. Сильный юнит очень. Чего это эльфа? Этот эльф себе игру заруинил, походу. У него уже не так сильно. Тролль есть. Но тролль отсасывает у эльфов. Сейчас будем ролить. Хотя нужно ли это вообще? Что я могу запать? Только пенька, по сути. Не, не будем ролить. Наебал. Будем мапать левел, а потом будем ролить. На 8 левеле. 9 уже нет смысла на эльфа хапать так рано. Он уже не очень нужен. Так, пак запался. Как-то так пока что. Все, апаем левел. Причем ничего вообще куда-то убрать надо. ЛД второй, некар второй. Под минус армором он меня может пробить, да? Да, очень похоже на то, что он меня пробивает. Очень жаль, очень жаль. Так бы стрекан уже был небольшой. Но тут сильно пришло у человека. Топ-1 зашел. Но я просто по максимуму халявлю, из-за этого мне сейчас ебало прилетает на 14. В принципе, еще 50 хп, это очень много для эльфа. Это нормально. Стоит ли запать?
Она стоит. Давайте не буду очень сильно халявить. Все, я пиздец как усилился. Че, мы ничего поставлю сзади, пусть она хиляет этих челов моих. Ты дефну. Тут пенек, конечно, третий. Но я думаю, что я дефну. Вообще, у меня еще куча чего может запаться. Я там 11-0 зашел к человеку. Его больше нет. Короче, я верку продам лучше. Нужен инкам опять. Не буду пытаться верку третью апнуть. Слишком она много сжирает и, наверное, не в такой ситуации надо это делать. Сидим дальше на инкаме. Сейчас только ролим, нам не нужен левел абсолютно. Если приходит вайпер и 2 ДК, я убираю инчу, апаю левел на все бабки. И ставлю драконов под это все дело. Как-то так делаем. Там ташка вторая, кстати. Опять какой-то тролль с третьим... седьмого левела. Хотя он с инкамом, я думал, он без. Бля... Ну и хекс, конечно. Хекс, конечно, самый лучший. Он пока опасный для меня. Хотя не, показалось. Даже без белки тут что-то не пошло, да? Даже без белки не пошло. Ну тролли, блядь, слишком слабые против этого. Против эльфов. Поэтому они неиграбельные, к сожалению. Потому что в каждой игре есть эльфы. Ролим. Пока не надо нам. Все, больше не ролим. Хотя ладно, разок. Разок можно. Почему Тайда не взял? А куда мне его? Тайда мне некуда. Он просто... Тайт неплох, но он не сейчас. Но не сейчас. Эльф пришел, но я сильнее, опять же, этого эльфа. У него ни одной... Ни одного... Ой, блядь. У него ни одного ассасина нет, на самом деле. На эльфах играть без ассасина это достаточно сомнительно, потому что ассасин слишком много времени выигрывает под мисами. Причем даже если тебе, ну, в идеале ташка, но даже если тебе ташка не зашла, то можно поставить пашку тоже. Она тоже пару секунд она выигрывает, то что дает очень много. Почему инчу не продам? Она мне не мешает пока что. И если я уберу инчу, ну в принципе она может запаться потом, когда я эту инчу уберу. И продать ее подороже. Это не особо важно. Если будет мешать, то продам. Вупиков надо теперь. Вупиков я проебал тогда. My bad, так сказать. Ищем одного вайпера, я стану нереально сильным. Все, один вупик, я продаю инчу. Ставлю ДК пака заместо антимага и вайпера, даже первого левела. И все, и по сути я победил уже. Че там у первого? Тальти бустер. О, идеальные итемы для эльфа, для пенька. Ищем вайпера. Вайпер, пенек. Так, этому надо кинуть. Вайпер пенек нужен. Вызываешь? Да, вызвал. Кого там за рутой?
захексали антимага. Тимага такой себе, не лучшая идея. Третий пак бы уже был, да похрен на этого пака на самом деле, потому что он бы, во-первых, места очень много сожрал. Не работает так, нельзя третьего пака собирать. Даже если там, даже если бы я был уверен на 90% и было бы 10%, что я не соберу его, я бы не стал этого делать. Я, кстати, там еле пробил. Так, стоп. А чё лишнее? А, антимаг. Блядь. Чё-то рофл ситуация вышла, ребят. Если кто не понял, я случайно нажал ролл, и там пришла Ташка. И я еще Ташку успел поставить. Блядь. Я случайно нажал ролл, за место F нажал D. Пришла Ташка, я еле-еле успел выстоять. Найс. Ну чё, инкамим теперь. Пенька, конечно, нету, но теперь просто инкамим. Если будет антимаг третий, я поставлю антимага третьего, получается, за место Луны какой-то. За место Фуриона еще можно. В будущем. Плюс у Фуриона итемы, которые можно отдать Ташке. Или еще кому-то. Ты ничего, та пригодилась, парня. ДК надо спрятать, чтобы на него ассасины какие-то не прыгали. И без мясов его не убивали. Инкамим, короче. Нет смысла искать одного пенька. Ну, вупик еще типа есть. ЛД есть еще, но куй на них. Развоем мне лучше Фуриона, на такой стадии точно нет. На 40-й волне возможно. В такой стадии он само нет пеньков сзади где-то по 700 хп. И они просто агрят на себя. Вот видишь, три человека бьет одного пенька. Они агрят на себя людей и просто выигрывают время. Сильный, кстати, пришел это топ-1. Ничего зря продал? На самом деле, да, кстати. У меня был... Я почему-то очень часто туплю с этим. Надо было ничего оставить, потом продать. Оставить ее апнутую, одну. Второго левела. Потому что можно потом просто не найти. Если сейчас мне придет пенек, у меня ничего не будет. Что-то я зафейлил немного с этим. Так, третий ВД, третий Омник, третий Бетик, да? Тролль первого левела, понял? Держу в курсе. Огр третий. Кстати, вот у него неправильная расстановка. У него стоит Огр под эльфами. То есть я его эльфу бью через Огра своим ДК. Смотрите, куски отлетают. Из-за того, что ДК бьет теперь по этому. То есть, по сути, у него нет миссов для меня в такой ситуации. Сейчас бью инчу. То есть у меня ДК ни одной тычки не дал по эльфу. Ну, вот сейчас только по луне бьет. Как минимум поэтому он лузает очень сильно мне. Это меня, что ли, отъебали? Я понял, мне нужны усиления. Один антимаг остался. 30-я волна. Мобов я дефну. Конечно, в идеале мне найти Пашку вторую, убрать Луну и Фуриона в лейте, поставить антимага и Пашку. Пенька запать плюс и ЛД апнуть. Даже, ну, 10-й я не знаю, я скорее всего не буду 10-й апать, потому что мне нужны усиления эти. Мне усиления лучше. Антимаг, пенек там и так далее, это мне все лучше.
Верния, Вер, бац. Вер не буду собирать. У меня не фул инкам, чтобы Вер собирать за 3 голды. Да, жаль, щитка нет. ВГ бы был. Инкамим дальше. Там нас два человека уже дефают, к сожалению, но надо заинкамить. Надо заинкамить. Не, криты не собрались. Там... А, или у кого-то другого, что ли? Это про что? У меня не собрались. Мы его до КЗ резали. Что-то я не уследил за этим, как что там случилось с ним. Я в чат смотрел. Там с момом ебет, походу. Тот самый, между прочим, про которого мне говорили. На минус 15 меня топ-1 зашел. А его тролль снял. Снес. А я снес этого чела. Пришел, думаю, убил. Просто там пак стоит еще, передумал. Он должен сначала пака по мясам бить, но, видимо, ему похуй, да, на пака было. Скорее всего, ему было похуй на пака. Дам антимагу. Мало ли дудка придет, дам антимагу дудку еще на мом. Бля, боюсь, сейчас ничего не поймаю просто. Даже если придут другие. Вупик еще первый тоже. Не очень мне нравится. Второй вупик кучу импакта вносит. Первый сомнительно. Там Ташка заспейсила очень сильно. Ну, вроде нормально. Или нет? Не, не нормально. Или нормально? Лун топ-3 ДПС, не в ДПС сейчас тебе, брат. Я знаю, что Луна большая по ДПСу. В топе. Но суть не в этом. Суть в том, что сколько живут мои люди, и антимаг лучше Луны точно. Луна не дает ни сколько выживаемости. Абсолютно. Энигма, тролля, кстати, выселили, мы втроем остались. Я только сейчас понял это. Энигму надо брать. Но мы остались с этим эльфом, которого я пизжу. Да, там пенек спейсит. Дает. Убивать. Нужно искать инчу. Чё? А я этого чела пробил, кстати. Хорошо. А, меня пробил тоже этот чел, да? Не, не пробил. Понял. Наверное, стоит запыть левел. Наверное, стоит запыть левел даже. Скоро. Хотя... Да, мне надо левелапать. То есть, допустим, у меня может запаться Энигма, большой шанс. Ради одного пенька ролить сейчас. И вайпера, так себе. Так, а вот и Дум тот самый. Да, он, конечно, жесть спейсит. Но сейчас я его развалю изи. За то, что у меня 2 ДК теперь. И этого я тоже. Ну, короче, это топ-1, скорее всего. Легкая. Все, один отлетел, я 1-1 остался. Это
ДК. Причем третьего ДК достаточно сомнительно апать. Я так скажу. Мобы? Мобы. Третьего ДК реально сомнительно апать. Два ДК гораздо пищу, чем третий. Потому что у меня 400 дэмэджа сейчас у ДК. Не, если что-то будет поставить, Энигма какая-то, еще что-то, ЛД третий, то базара нет. Лучше ДК третий. В таком случае нет. В такой ситуации, как у меня, если сейчас заходит 2 ДК, я не буду их на стол ставить. Че, ролим? Ищем? Да ладно, я вас затроллю. Релакс, парни. Затроллено. В скобочках сам себя затроллил. Чё, апаем левел теперь. Апаем левел, ставим ЛД, скорее всего. Хотя против него, ну просто Энигма, может, ей трудно будет дать. Хотя, супер много времени выигрывает. Ладно, надо Энигму ставить, а не ЛД. ЛД только если третьего. Так, вот там он меня задефал. Он десятый? Да, он десятый, еще немного инкама даже есть у него. Так, ищем что-то. ДК нашли. Гупик. Не успел переставить, ну ладно. Что-то ЛД вообще перестали приходить. Кстати, найс, найс позиция для Энигмы. Ее еще тычку дал ЛД. Это прям супер найс. Правда, спасет ли это меня? Да, там поле просто хорошее было. Я его пробил, найс. Найс. А, ну давайте искать. Тайт. Медуза вторая появилась. Так, ну он опять должен ударить Энигму, это идеально будет. Главное, чтобы кунка на нее не прыгнула. Вот это уже нихуя не идеально. И поле так себе на самом деле, но я все равно выигрываю должен. Боль. Там все гниют просто, посмотрите. Не, я не выиграю. А, нет, там еще дохуя, еще пенечек там танчит. Нормально, там лучше получилось все. Ему больше зашло. Найс. Так, куда я могу ташку воткнуть? Нигма 100 ДПС. Ташка 60. Возможно, за место Энигмы даже, с той целью, что она будет просто спейсить больше. Ладно, пока не буду трогать, пока так пусть будет. Не, фуру нельзя убирать, ребят, фура 6 эльф. Если я уберу эльфов, меня разъебут. Эльфов нельзя убирать. Энигма не дала. В такой, конечно, ситуации ташка получше, потому что она-то по-любому свой импакт выдаст. А, он что-то там переставил, видимо. Я не уследил.
Сейчас тролли будут. Опа. Троллей я должен депнуть, тем более с Энигмой второй. Мне бы, конечно... Блин, мне надо было тех плашек покупать на самом деле. Мне надо было тех плашек покупать. Не, парни, если ДК придет, я не буду ставить. Я проиграю, если я поставлю ДК. Только если будет ЛД 3, тогда я смогу это сделать. Без ЛД 3 я не смогу поставить ДК 3. Даже если он апнется. Без обид. Его разъебали, да? Или нет? Не, он, кстати, задефал. А я? О, это ВГ, кстати. Я добью нормально. Итемы, конечно, просто... Посмотрите, что ему выпало. Потом посмотрите на мои итемы. Эпик. Ладно, еще разок рыльну. Бля, ЛД пришел. Мне что-то казалось, что у меня корона есть. Так, главное, чтобы дала. Поле очень хорошее. Если выиграю, надо ЛД брать. Если проиграю, то пашку продавать. Давай, я выиграл. Там? А, у фуры? Что там у фуры? А, у фуры догон был, да? Да-да-да, у фуры был. Точно, ну похуй, в принципе. Фура, если пашка придет, я фуру продам, вообще. Вот такого был, точно. Я же, блядь, там фуру вкидывал в начале игры, итемы. Я что-то потерял их. Да, там пиздец итемов. Но она мне начало выигрывала. Пришла пашка. ЛД пашка. ДК. ДП вторая какая-то непонятная у него. Вообще, на самом деле, мне бы расставиться по-другому. Я сейчас так подумал. Надо расставиться немного. Немного по-другому. Хотя, если я его так ебу... Не, я его не ебу так, да? Да, он меня разъебал. Там итемы, на самом деле. У всех итемы мощные. У меня итемов очень мало. Нужных мне. Блять. Мне нельзя его ставить. Мне его нельзя ставить. Мне его нельзя ставить. Если я поставлю, я точно проиграю сразу. Надо поменять местами вот это все. Бля, еще ульт ДП зарядил. Бунт? Бля, ребят, я на победку играю, а не на бунт ваш. Ладно, я и так проебываю. Ладно, можно попробовать Хорошо, я поставлю. Хорошо, ребят, уговорили, я поставлю. Но это луз. Я поставлю, но это луз. Так должно помочь, на самом деле. Мне
Мне нужен ЛДЛ, нужна Пашка. Так, кстати, это лучшая расстановка. Там медуза может не кастануть. Бля, медузу добить, медузу не добили. Ладно, нормально. С двумя АДК добил бы, кстати. Че, я въебал в итоге? Да не, один ДК это помойка, парни, серьезно. Без ЛД это помойка. То есть у меня сейчас расстановка была лучше, чем в прошлом раунде. Если бы у меня было 2 ДК, я бы убил ту медузу.